Настоящую свалку под окнами организовала одна из семей Ноябрьска. Соседи жалуются, что жильцы квартиры по адресу Мира, 19, мусор выбрасывают прямо из форточки. Сегодня мы побывали по указанному адресу и увидели здесь не только обычные бытовые отходы, но и деревянные окна, стулья и прочий хлам. Причем, по словам соседей, свалка под окнами с каждым днем разрастается. И только когда мусора набирается просто неприличное количество, хозяин-организатор свалки вывозит его на грузовой машине. Кстати, складировать предметы интерьера под окнами зданий – прямое нарушение правил пожарной безопасности, за которое сотрудники Госпожнадзора вполне могут привлечь к ответственности не только хозяина свалки, но и организацию, которая обслуживает территорию. Организатору свалки грозит штраф от 1000 до 1500 рублей. Должностному лицу, то есть мастеру местного ЖЭУ, от 6 до 15 тысяч. А вот на саму управляющую компанию пожарный вправе наложить штраф вплоть до 200 тысяч рублей.